С юными футболистами мы встретились в их детском саду «Ласточка». Несмотря на то, что ребята одержали в Нововоронеже поражение, вся команда была в хорошем расположении духа и с удовольствием поделилась своими впечатлениями от поездки. Съездили замечательно, было очень, конечно, интересно, очень жалко, что проиграли. Но в основное время мы не сдались, поэтому проиграли по пенальти. Ну, к сожалению, фортуна была не на нашей стороне в этот день. Вот и все. Но мы не считаем, что мы слабее. Мы встретили очень хорошо. Ночью приехали, отлично. Гостиная. Отлично встретились, все разместили по комнатам. Отдельно. Отлично. Поели. Ну, там плавали отлично. Собирали игрушки, перекидывали мячики. Ну, мы, конечно, в футбол играли, мне понравилось. Наша команда старалась, чтобы победить. Хоть забить один гол, старались. Но, к сожалению, только по пенальти забили. Но мне все равно думается, что мы отличная команда. Мне больше запомнились соперники. Они так хорошо играют, наверное, очень хорошо учились. Еще мы были в отеле. Нам подарили очень много подарков, мне на одну больше, а самое главное – это форма на мне. Завершилась наша беседа вручением подарков от школы «Росатом». Координатор проектов Татьяна Кужениязова вручила ребятам книжки с волшебными картинками, в которых через специальное приложение смартфона можно увидеть 3D-модель парохода или молекулы.